Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала MGames. С вами Андрей Броски, и мы продолжаем играть в Destiny на PlayStation 4. Сори, что не было пару дней трансляции, это как беспредел был какой-то с Destiny, я не знаю, там почему-то решила у меня дисковая версия, почему-то на нее решила скачать там 20-гигабайтное обновление. Было написано, что времени 99 часов осталось, и так несколько дней подряд, это безумие, с которым я не знал, что делать. Только вот сегодня нормально все написало, что можно играть. Ну, точнее, все установилось. Потрепало мне нервов нормально. Так, ну, что делать? Вообще, сюжетку я закончил, как оказалось. Я в прошлый раз, когда играл, даже сразу и не понял, что сюжетная часть выполнена. Остались только дополнения, которых, к сожалению, нет. Вот этот рейд еще 26 уровня, нужно будет его обязательно сделать. Ох, ну как-то, блин, обновляло. Я был, ну, шокирован, честно. Честно, это просто беспредел. Оно, видимо, добавило вот этот Дом Волков, House of the Wolves, дополнение, судя по всему. Появились, вот не было этих кружочков, ну... Пока что нет, но будет. Обязательно я запишу для Ютуба. Так, тут у нас три каких-то задания, то ли три бонуса. Нужно обязательно заглянуть. Обновилась я снова в растерянности. Вроде бы было ясно все и понятно в прошлый раз, что я выполнил, что нет. А теперь... Все прям по-другому, можно сказать. Dark Below Taken King. Меридиан Бэй 17 уровня. Сюжет, эти что ли я не выполнял? Вот я, блин, просто в растерянности. Что? Откуда они взялись? Почему здесь фиолетовым треугольником мигает? Тоже что-то я запутался. Давайте глянем, что у нас говорят квесты. Вот этот я выполнял. Так, подождите, как его детали просмотреть. Ну, этот квест, вот его можно заабандонить нафиг, потому что он выполнен был. Давайте избавимся от него. Кстати, вот этот вот интересные были квесты. Это по дополнению Vanguard Reputation. Их выполнял я, но так до конца и не смог выполнить. Ну, сейчас я тоже, блин, спою просто, потому что ничего более не остается, как петь. Почему они снова становятся доступными? Что я делаю неправильно? Точнее, это игра или игра надо мной издевается? Давайте сюда смотнемся, ладно. Что происходит просто? Thank you.
missing package. I am authorized to transmit and receive bounties from the tower. I am bird 9940. Unit fast. Please respond. I am bird 7940. Standing by on the bird. Так, ну сори за то, что бездействие происходит. Сейчас мы продолжим, все будет окей. Так, куда нам там бежать? Вот, Сента, ну, будет Стёпа, у нас со Стёпой надо поговорить. Так, потеряны предметы. Ага, нет места, но сейчас мы решим этот вопрос моментально, практически. Confirm receipt. Так, недостаточно места для шлемов. Где они? Шлем-то. Самые такие позорные нужно повыбрасывать. Ну вот, вроде бы. Блин, ну там есть из них некоторые прокачанные, конечно. Обидно такие шлемы выбрасывать. Ну что поделаешь. Давай. Дальше оба шлема мы забрали. И... что они собой представляют. А, их еще нужно, блин, дешифровать. Или декодировать. Ну, в общем, что-то сделать в этом роде с ними. Signal to Xander 9940 is open. Good luck, Guardian. 50 вексов уничтожить. 15 врагов гранатами. Какое-то сложное задание за 3 секунды трех врагов. Ну, посмотрим. Специальным оружием. Ну, мне кажется, это вполне реально сделать. Поэтому, собственно, я и подтвердил это задание. Да. Так. Вы говорите, что вы хотите декодировать. Да все мне, что делать. Спасибо. Так, по-моему, было 3 восклицательных знака, 3, но почему-то только 2 я смог пройти. Так, поздравляем. Одну секунду. Включил, блин, Wi-Fi на планшете, 1 000 000 сообщений. Надо их проглядеть. И, конечно же, чат я собираюсь подключить уже вот 5 минут. Как 5 минут уже, если не 15. Сейчас как раз занимаюсь настройкой чата, сори, не смогу увидеть это сообщение, потому что, блин, сначала планшет показывал, что он разряжен. Я добыл зарядное устройство, это было сделать, в принципе, не очень сложно. Просто нужно было сходить в другую комнату. Теперь вот, то, как я его подключил, блин, сразу пришли мне смски. Так, только чат. А теперь вот чат настроен. Ура. Окей. Ну, вы поняли. Я забыл, что хотел сказать. Так, вот они, шлемы, которые я получил. Что они собой представляют? Отличный шлем, 144 защита. Плюс 24 добавляет он дисциплину, если будет прокачан. Тут у нас... А, и да, еще у него 2... Реджил. Реджил, мое ты солнышко. Я рад, что ты присоединился. Гуд. Так. Это у нас, получается, у этого шлема... Я прошу прощения, как можно было целый день нормально разговаривать, а вечером охрипнуть? Это полная... Срака. Пардон.
Пардон. Это надо было набрать водички, вот, чтобы мне полегчало. Теперь я смогу более внятнее разговаривать. Что касается, да, трансляции с 27 по 31, это не моя вина. Что-то происходило с Destiny непонятное, я не мог настроить. Писать просто объяснение о том, что трансляции переносятся, не было тоже у меня времени, к сожалению. Поэтому только сегодня я добрался. Дело какое, что-то непонятное произошло, я не знаю, то ли они там дают предварительная скачка нового, последнего дополнения, и с этим связано. У меня, короче, как глюкнула игра, я не мог ее запустить, игра дисковая. Нажимаю играть, мне пишет, у вас надо скачать там 20 гигабайт обновлений, время скачивания 99 часов плюс, то есть более 99 часов, ну дурдом. Мне пришлось удалять ее полностью, потом заново пытаться установить, и так оно. И оно заново то же самое написало, и не устанавливалось. И вот только вчера вечером я ее в 12... Она закачалась наконец-то, и вот сегодня, конечно, то есть состоялась трансляция. Ну, не, может, еще не состоялась, в процессе. Окей, increase grenades, throw distance. Не знаю, какой брать шлем. Значит, восстанавливает здоровье, когда вы поднимаете орб. Тут то же самое. А, нет, подождите. Тут Reduce Melee Cooldown получается, дает вам супер удар, когда вы поднимаете орб. Melee Hitter, Plenish Granate. И ближний удар восстанавливает гранат. Ну, вот этот шлем прикольный, давайте его. Дальше. Новые рукавицы. 140 защита. Хорошо, объяснение принято. Ну, спасибо, да. Так, получается, что у нас по защите? 140 защита, интеллект плюс 20, грис повышает скорость перезарядки, повышает скорость атаки ближней. Хороший. Меняем. Ботинки, блин, скороходы. Что они делают? Они ничего хорошего не делают. У меня лучше ботинки. Винтовка, дробовик точнее. Так, а я с чем? Со снайперкой. А мне предлагают дробовик. Не хочу пока что. Ну, если что, будем иметь в виду, что у нас появился здоровский дробовик. А здесь пулемет, ну, по сравнению с рокет-ланчер, он не взлетает. Окей. Верните меня на орбиту, пожалуйста. И давайте искать на жопу приключений, потому что вроде как все выполнено, но в тот же момент где-то можно просто попасть в шикарное приключение. Окей, вот это вот все для меня никак еще. Vault of Glass, шкатулка со стеклом, или стеклянная шкатулка, ну в общем. Нужно будет сейчас сюда на этот рейд и отправиться 26 уровня, но после вот этой разведки, это вообще где мы? На Марсе. Почему вот эти вот стали снова звезды, блин? Пропали, короче, что они выполнены? Может, я их действительно не выполнил? Или что происходит? Что происходит? Окей. Отправляемся на Марс вот сюда. Проверим, что у нас ждет здесь за заданица и почему. Ну, мне кажется, я выполнял их, вот, но, блин, но вдруг. Вдруг это что-то новое, и тогда будет интересно. Ага, понятно. Вы взяли под контроль поверхность, чтобы защитить Черный сад. Но Черный сад был уничтожен. Уже записано видео, уже даже на YouTube я его выложил, уже там его порезал как мог. И по новой нам опять почему-то оно становится доступно, это задание. Почему? Мне хочется спросить. Банджи, почему вы так делаете?
что приходится переигрывать по 5 раз одно и то же. Как бы с одной стороны это неплохо, игра становится бесконечной, как я говорил, что мне мой знакомый говорил, что он не может закончить Destiny, потому что она бесконечна. Я теперь прекрасно понимаю, что он имел в виду. Он, наверное, не те же миссии по 5 раз выполнял и не понимал, что происходит. Once we find out where the Vex are coming from, cut them off, or it's only a matter of time before Mars becomes one of their machines. Короче, нужно уничтожить Вексов, и это только лишь вопрос времени, пока они Марс превратят в свое орудие. Поэтому, конечно же, мы зачистим. There's the conflux. Чё себе, как резко они-то появились. Чё-то я не припомню. Не припомню я этой миссии. Ну окей. Давайте отправляем призрака. Пусть исследуют, что нас тут ждет интересное. Coming from below the buried city. We'd better check it out. Хотел наступить на руку, но что-то не получается. Думаю, проверить, двигается оно или нет. Так, нам нужно попасть в похороненный город, похороненный под песком, я так понимаю. Это сюда. Ну, в этом городке я был, но насколько... Было ли сюжетное тут задание, не помню. Вот тут реально не помню. Немножко запутали меня разработчики. Я, конечно, игрой очень-очень впечатлен и доволен, но есть у меня некоторые претензии по тому, как они сделали выбор миссий все-таки. Не всегда понятно. Ну, я вот просто не запоминал, что я выполнял, и то, что промежутки были между с игровыми сессиями достаточно большие, я не помню, выполнял я эту миссию или не выполнял. Все очень похоже. Ну, локации одни и те же. Я пока миссию не начну, то есть выполнять уже вот четко, то не могу вспомнить, была она или нет. Куда идти? Так, ГОСТ, куда идти? Скажи мне. Маршируют. Ух ты, что ж ты делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой! Он прям психанул и выбежал. На меня не ожидал я от него таких действий. Какие-то агрессивные тут местные роботы. Блин, ГОСТ включил свет, я испугался. Так, может он подколоть, конечно. Был я в этих туннелях 100%, но... Ага, говорит, тут будет достаточно темно какой-то промежуток времени, поэтому просто стреляй в красные глаза, если увидишь. Окей. Будем придерживаться
этому совету. В смысле, будем следовать этому совету. Это станция метро, да, заброшенная, получается. Но я точно не был, вот все равно не помню. Хоть убей. Была ли эта миссия или нет? Ну, Вексов я уничтожал. Сад черный. Я уже вроде как освободил. Найдите источник Вексов. Пускайтесь в нижние сектора локации и найдите, в общем, источник или место проникновения Вексов в данную локацию, ну и, по всей видимости, уничтожьте его. Это будет какой-то портал. Ого. Вроде бы как раз это то, оно и есть то устройство. Вот и все. Снайперка у меня прокачана, будь здоров. Ну, по-моему, вопрос с Вексами решен. А нет, нет, показывает нам стрелка дальше двигаться. Это чтобы он не рычал по лицу. Хоп! Так, продолжайте исследовать старую транзитную станцию, чтобы найти джерело, в общем, проникновение Вексов в эту локацию. Я, если честно говоря, вот не припомню вот этот коридор. Может быть, все-таки это новая какая-то миссия или что? Что ты спрятался за столб? Иди сюда. Что-то с меткостью моей стало. Как-то рядом я стрелял совсем не в противника. Так, у них тут какие-то ворота. И их нужно вырубить. Ага, вижу. Ну, вроде бы вопрос с проникновением Вексов решен. Или нет? Да, решен.
немножко вот этих. Немножко. А, так не, он не решен, там еще одни ворота. Вот оно как все. Опа! Вот это. По лицу тебе. В рукопашку переходим. Закончились патроны, я в шоке. Фух, ну подобрал. Я реально, это первый раз у меня за игру такое происходит, что нечем было только что воевать. Прямо в яблочко я закинул. Вопрос еще с одними воротами решен. Больше ворот впереди. Да сколько ж можно? Это что такое, что это мигает? Метро начинает, начало движение, такой звук был, как будто сигналил мне состав. Уйди, мол, с рельс. Да куда ж ты кидаешь? Ну, это автоприцел только что меня совсем не выручил. Взял и гранату запустил ближайшего противника, хотя я целился, конечно, все-таки в ворота. Порталы. Это в ворота. Все-таки не в футбол мы здесь играем. Снова проблема с патронами. А вот вроде как с порталами вопрос уже решен. Так, Terminate the Vex. Осталось только уничтожить. Ребят. И, по-моему, миссия выполнена. Это должно их замедлить. Я думаю, надрал я им тут задницы всем просто. Просто жестко. Так, и теперь снова нужно нам отправить Госта, чтобы он исследовал эту бороду. Но мне хочется исследовать немножко... Мне хочется исследовать немножко локацию, но, по-моему, здесь я ничего и не найду. Тут, кстати, сундуки раскиданы по... локациям, и, например, на Марсе я нашел 2 из 5. Вот, я сначала не обращал на них внимания особого, но оказывается, тут есть все-таки. Я говорил постоянно, что локации пустоваты и найти практически ничего нельзя, но оно где-то так и остается. Единственное, что есть вот эти сундуки. Так, Special Ammo Full, только что мне не хватало патронов, теперь всего полно. Ну давайте, Гост, проверяй. Что это такое? This isn't an invasion. The Vex are returning home. Something is calling them back to the Black Guardian. Это не вторжение, а Вексы возвращаются домой, что-то зовет их в черный сад. Black Garden. Выполнена миссия, и еще раз повторюсь, я реально не помню, выполнял ли я ее раньше. Реджил, если ты тут со мною, скажи, пожалуйста. Что ты помнишь или нет эту миссию? Про в подземке уничтожение 3 порталов. Вот. Потому что я в растерянности. Отличненько, новое улучшение получено. Так, продолжаем. Продолжаем.
Ну, я думаю, снова Марс и Level Story 17. Так, зачистите кабалов, оккупировавших потерянный город, и проглядите, что осталось. По-моему, выполнялось это уже все не раз. Ну-ка, подождите, Set Destination. Давайте не затягиваем сразу. Сюда еще побегаем, посмотрим, что здесь нас ожидает. А там будет видно, куда нам двигать дальше. То, может быть, еще сгоняем на эту миссию, которая совместно выполняется. А затем уже на 26-й левел. For years, the Kryptarchs have been waiting to break through the exclusion zone and find what's left in that buried city. They say Freehold birthed technological wonders. We cannot let the Cabal destroy it. Cabal could have leveled that entire city. If they haven't brought it down yet, they must have found something valuable. We should track them, see what they're after. Так, мы можем здесь... у нас опциональная миссия появилась. Может быть, попробовать ее выполнить? Там ребята уже воюют, присоединились к ним. Good work, отличная работа. Справились мы с ребятами. Ну, у них тут 40 уровень, прилетают эти нереальные какие-то ребятки из будущего. Для меня они из будущего. Ладно, мне двигаться в другую сторону. Нет смысла, наверное, затягивать и воевать с этими ребятами. Потому что они бесконечны. Окей. Тут прям реально я попал в какие-то на поля военных действий. Удар апперкот блока, окей, сериус. Не, ну вот здесь, кстати, прикольно. Я вот не помню именно, что такой именно происходил экшен с столько противников. Они между собой, кстати, здесь сражались, и я просто попал в этот замес. О, вот этот серьезный. Гранат. Ух ты! Я думал, граната решит вопрос, но. Да он еще и уклоняется от ракет. Нифига себе там парень. Ладно, пора, по-моему, садиться на мотоцикл.
Так. Куда нам ехать? Ну все, продолжаем мы путь в заброшенный город, ну или как он там, похороненный город. I'll scan for Cabal transmissions. Так, зачем я спрыгнул? Так, я просто читаю переписку, с трудом я понимаю, что там, о чем вы просто побеседовали, ну это нормально, скажем так. Got something. Inside building 5. Угу. Я что-то обнаружил внутри здания 5. По-моему, так он сказал. Отправляемся в здание, посмотрим. Снова, локация, кстати, знакомая, но... Ну, я думаю, и миссию эту я выполнял. Все-таки один и тот же вход. Кловис Брей. Гюльчата, ну открой личико. В плечо ему. Он за щитом так спрятался, я сразу не понял, что это не интерьер тут. Нифига себе. Я там думал, я его в прыжке сейчас прям как в Трое Ахиллес там побеждал всех, а он меня щитом нормально об стенку уделал. Вы это видели? Давайте. Респаун. Жестко. Я не ожидал, конечно, что он так... Он жестко меня так уделает. Окей, куда двигаться? Вроде как наверх. Вроде бы по ступенькам наверх. Ну, тогда не теряем ни секунды времени. Ха-ха-ха. Щиты. А нет, я думал, щиты не спасают от ракетницы, но. Блин. К сожалению. К сожалению, все-таки спасают. There's an active feed back to their base here. Let me listen. Легионер. Здоровый парень, надо его рукой ударить. Ах ты, блин. Хотел сказать, от меня не скроешься, но эта фраза неуместна, потому что все-таки он убежал. Даже два выстрела метких ему в филейную часть его не остановили его от побега. Давайте немного соберем патронов и посмотрим, что там, что у нас разведает ГОСТ. Меня бесят... нехорошие противники с щитами, я так скажу. Ну да, они, получается, тяжело их пробить. Они, их практически не видно. Если в руку стреляешь, то тоже практически ничего не происходит. Такие напряженные. Так. Enter the skyscraper. Войти в этот... Как его называют? Небоскреб. Войти в небоскреб. Хм.
Ну давайте войдем в небоскреб. Интересно. По-моему, этой миссии не было. И это очень-очень здорово. В небоскребе я вот, насколько помню, не бегал. Сейчас посмотрим. Clovis Bray, a center for scientific advancement, interplanetary defense, AI development, research on the Traveler. This place could be a gold mine. Разработка что-то искусственного интеллекта. В общем, тут все серьезно. Это место может быть просто золотой шахтой. Сейчас мы найдем какие-то полезные вещички, я так подозреваю. Ну вот, кстати, снайперка нормально действует. Все-таки у нее урон шикарный. И ребята со щитами... Блин, как-то неудачно я спрыгнул. И ребята со щитами стали уж не такой большой проблемой. Если все-таки правильно стрелять в них, то все окей. Я думаю, что нам нужен лифт. Наверное, он... где-то либо внизу. Да, все-таки вниз нам сначала нужно спуститься. Все-таки нам сказали в небоскреб зайти. Ну, мы как бы в небоскребе, но я надеялся, что мы на какой-нибудь верхний этаж попадем. А вот ребята уже лифт вызывают. Это постояльцы, видимо, гостиницы. Похоже на гостиницу. Это помещение. Это было круто, мне аж самому понравилось. Я, как я вовремя переключился на снайперку и положил этого парня. Пилота, блин. Летчика. В общем, прям в прыжке. Круто. Круто, круто, круто. Даст. Найти Overwatch задача. Прикольно. Сейчас мы найдем здесь персонажей с Overwatch. Может быть и игру. Было бы здорово, если бы в Destiny можно было бы найти, в общем, зайти в какую-нибудь локацию и найти, допустим, я не знаю, там, ключ для скачивания полной версии Overwatch. Почему нет? Почему нет, я тут спрашиваю. Почему нет такого ключа?
Я думал, я спрятался. А это... MLG Pro? Ну да, да. Я думал, я спрятался, а это, видите, тонкая вывеска какая-то, ну, этот билборд какой-то. Я думал, так зайду, этот контейнер или что-то, раз. А спрятаться, да и не получилось. Ну, благо парни уже лежат, поэтому... Блин, что ж ты такой неугомонный ракетчик. Сейчас мы ему его же... Ответочка. Ну, блин, я, по-моему, промазал. Обожаю просто. Обожаю я этот ракетницу. Гранатомет, все хочу сказать. Что это такое? Табуретка. Хотел перевернуть, ну ладно. Хотел порядок немного навести, но, видимо, не удастся. Спокойно, спокойно. Вместо того, чтобы в грудь, лучше бы... Ну, чем в грудь себя бить, лучше бы стрелял. Как бы дольше протянул. Ноль, к сожалению, патронов для снайперки, но я думаю, что-то здесь мне попадется. Блин, а вот этот звук мне совсем не нравится. А, есть ли у нас определенный график стримов? Да, конечно. Каждый будний день в 8 часов вечера трансляция разных игр. Ну, сейчас вот неделя Destiny. Ну, а так как бы постоянно есть. Но обычно пишем расписание, все как положено. Блин, пытаюсь стрельнуть со снайперки. А нет, нет снарядов. Чем стрелять? В смысле, нет патронов. Остался один здоровый. Ну, он какой-то нервный. Что-то мой удар на него не особо произвел впечатление, но благо была граната в запасе. Да, ну о чем разговор? Какой сори? Все окей, я знаю, что там можно не заметить. Всего одна строчка по расписанию. Так, ну давайте отпускаем ГОСТа, посмотрим, какую информацию он добудет. Кстати, Кристи, огромное спасибо за подписку. Я надеюсь, правильно, да, прочитал ник? Нет.
Ну все, миссия выполнена, 25 секунд. Посмотрим, что там еще нам интересное предложат. Нужно будет, наверное, все-таки выполнить рейд 26 уровня. Мне кажется, там будет что-то очень интересное. Так, новые апгрейды, нужно будет обязательно их сейчас установить. И награда у нас какая-то винтовка и новые перчатки, или рукавицы, или там, короче, новая броня. Так, шлем, прокачка на шлем. Если вы наносите урон в рукопашной, вы пополняете гранату. Отлично, это очень-очень даже здорово. Что касается, здесь у нас повышает перезарядку оружия. Отлично. Прокачка для автоматической винтовки. Что-то стабильность станет меньше, если я поменяю другой прицел. Это странное улучшение. Новый прицел я открыл, пользовался больше винтовкой. Выбирая этот прицел, я понижаю стабильность стрельбы. Ну давайте глянем, что собой прицел представляет. Потом, может быть, вернем обратно. И, конечно же, гранатомет. Я обожаю просто эту пушку. Что у нас тут предлагают? Предлагают нам, конечно, ее улучшить уже по максимуму. Стабильность на гранатомет. Вообще нет, как бы, с этим проблем, думаю, нет смысла менять. Улучшится у нас velocity. Не знаю, как, правда, переводится, но не хочу менять. Я вот хочу увеличить повреждения, upgrade damage, но не хватает оружейных частей. Еще 5 нужно найти, и тогда мы сможем гранатомет, в смысле, rocket launcher, это ракетницу, прокачать на максимум. Так, новый... Новая набедренная повязка, как я называю. 135 защита, дисциплина плюс 10. Ну, все здорово. Меняем. И выглядит она достаточно неплохо по сравнению с предыдущей. Так. Тут какой момент? Какой выполнять? Вот, вот, наверное, вот эта миссия даст палас. Пыльный какой-то палас. Это будет сейчас совместно с живыми игроками. Это будет неплохо. Так, это надо купить. Пока что мы ничего не покупаем. Кстати, я хочу отметить, что в PlayStation Store распродажа достаточно неплоха. Полная версия Destiny с двумя дополнениями. Ну, я в гривнах, конечно, скажу. 687 гривен. Это достаточно клевая цена. Вот, если бы не было у меня Destiny, то я бы, конечно, наверное, приобрел этот комплект, ну а так... Что рассмешило, Кристи, что рассмешило тебя? Что-то я так прозевал этот момент. Так, так, так. Ну и вот этот, конечно, Vault of Glass хочу выполнить, но, блин, я все боюсь на него начать эту миссию. Потому что 26 левел, последний взгляд по планетам. Короче, отправляемся на Марс, выполняем вот это задание. Так, ну два напарника. Конечно, бывает не коннектит. Видимо, люди уже этот, либо давно уже все попроходили. А нет, все, пожалуйста. Втроем приступаем к заданию. Очень здорово. Короче, этот, ну, то ли дворец, да, там, пустынный, пыльный, снова в руках Кабала. Кабал из Mortal Kombat снова буянит. Так, Central Ice Cortex.
не успел половину прочитать, хотел пошутить, надо было, блин, переводить. Ну, тут сразу в бой. Ребята уже, по-моему, воюют вовсю. Жалко, нельзя вызвать мотоцикл в здание. А то бы здесь я покатался. Прицел, кстати, неплохой. Почему он уменьшает стабильность? Правда, мне непонятно. Приятный голос. Ну, спасибо. Спасибо. Но я себя не узнаю, как слушаю потом. Думаю, господи, неужели у меня такой голос? Так, следуйте за Overwatch. Это мне игра подсказывает. Андрюха, следуй в магазин за Overwatch. Короче, вставай и иди покупай Overwatch. В общем, тут прям... Keep pushing the secure top 4. В общем, нам на верхние этажи нужно прорваться. Что мы и делаем. Блин, не закинул. Не закинул гранату как нужно. Это меня, конечно, немного расстроило. Так, давайте возьмем на снайперку. А у нас на снайперку максимально. Максимально патронов нужно было не перезарядиться. Ну ладно. А потом подбирать, но уже поздно возвращаться. Победите нападающих. Это вроде как не проблема. У меня нет снарядов. У меня нет снарядов. Блин, убегаем. На ракетницу нет снарядов. Я так смело на нее переключился. Я думал, сейчас парня успокою, а оказалось, что нет. Оказалось, что такой номер совсем и не пройдет. Ну, они дали мне его зафигачить рукой. К сожалению. Да что ж все мимо, а?
На нож. А, кстати, это... Вот, кстати, на нож. А как им бить? Как им бить? Я реально не в курсе. Я прошел всю игру и не знаю, как бить ножом. Ну, высунись. Понял, я сам себе снял, что ли, защиту, или это кто-то попал у меня из противников? Нифига себе там парни. Отступаем. Так, я одного поднял. Товарищи, ну надо просто немного так сюда не забежать, немного отступить. Мы его просто забили в рукопашку. А, не, он еще бегает, он еще живой. Или это был другой парень? Блин, ну было здорово, реально. Напарники красавцы. Вы красавцы. Давайте дэнс. Да, вот так вот празднуется победа. Немножко подальше отойти. Вот теперь вообще, гляньте, там втроем мы устроили тут дискотеку. Да, ну было клево, мне понравилось. Так, ты будешь играть на ПК? Нет, я играю на четвертом PlayStation, получается бить... Я видел... Ой, блин, зацепился за стол. Видел, как... ножом режут там в роликах неоднократно, реально. То есть как им пользоваться, я не знаю. Удар рукой R1, но это мой спешл, как бы. А как ножом это? Я R3 нажимаю, ну, L3, R3, что-то ничего не происходит. Обычно на этих кнопках. Ну, можно, конечно, посмотреть. Но что-то мне не хочется копошиться в опциях. Так, выполнено вот это задание. Dust Palace, ну, Meridian Bay, Mars. Очень крутое задание, стоит отметить. Было очень здорово. Вот прям не ожидал я, что мне так понравится.
Так, я не представляю, что там за дополнение. The Taken King хвалят, говорят, шикарно. Я думаю, если вот тут вот такие миссии отличные, то что ж там все-таки в дополнение? Давайте слетаем в башню и заберем какие-то призы.